Хорошо, всем здрасте, на канале «Пиратская жизнь». Слушайте-ка, мы сейчас идем гулять, но я вам тут уже кое-что сделала по дому. Бросила в стирку несколько пар кроссовок. Так как у нас кроссовки такие, знаете, трепишные, их можно стирать. Вон они у меня сейчас там стираются. Вот три пары. Две пары своих, одни пары Вовкины. Коламбию он мне не дал стирать, говорит, не дам. Вот я свои Найки стираю, Фила стираю его и свои Фила тоже. Вот, размораживаю, кстати, на вечер еще рыбку. Вот у меня здесь в тепленькой водичке лежит, размораживать, чтобы быстрее было. Вот, будет у нас вечером рыбушка. Мы сейчас идем гулять. Нужно кое-что купить в холодильник, потому что у нас шаром покати. Вот реально, даже картошки нету. Так, по мелочи осталось, и все. Вон мой сыр вкуснючий. И все. Кстати, там яйца надо проверить, есть, нету. Хочу, кстати, знаете, приготовить суп. Рассольник, вот, будет вкусно. У нас есть вон много огурцов, таких вон несколько, тут банок, вот раз банка, два банка, еще там на лоджии несколько банок. Так, морковка у нас в принципе имеется, морковка нам не надо, вон капуста пекинская. Так, что у нас еще тут, понимаешь ли, у нас здесь еще лук. Кстати, лук надо покупать, не надо, ну можно парочку купить, троечку. Ну и так по мелочи, колбаски вон купить, а то вон осталась только ветчина. В общем, сейчас собираемся и уходим. Давай. Все, Ивану вон договариваю пойти со мной на эти, на педикюр. Он не хочет. Говорю, это то же самое, что тебя просто постригут ногти и все. И будет у тебя красиво и хорошо. А то отрастил себе ногти. Как вы считаете, стоит вообще мужикам делать педикюр или не стоит? По сути, это просто обычный уход за ногами. Ну, конечно, я уж молчу, там некоторые там, недомужики, там, знаете, там еще и лаком покрывают, но это уже перебор. Этого нам не надо. Чего ты не захотел, чтобы я их постирал ты? Зачем? Их нельзя стирать. А что нельзя стирать-то? Их можно стирать, они трепишные. Не трепишные. А что, там не там написано что-нибудь? Потрогай вот. И что? Не трепишные. И что? Просто стирать щеткой, мылом. Щеткой, мылом. Ручная стирка. Не знаю, вон у меня сейчас уже доделывается. Я считаю, что можно стирать. Я считаю, что нет. Давай сюда повесим, пойдем. Кстати, хочу еще, знаете, постирать свои сандалии и вот эти коралловые тапочки. Будет быстрее. Что-то я стирал. О, видишь, сейчас 2 минуты. Ждем. Я думаю, будет нормально. Мы уже стирали. Фила. А что, с трусами твои что стирать? А что? Чего писька ушастая? Они сейчас будут стекать, как будешь вешать. Ну вот надо как помнишь, ты вот за вот эти штучки-то вешал? Ничего. На эту вот жердочку. И поставить тазик. Чтобы они в тазик стекали. Я там 400 оборотов сделала. При 30 градусах. Было больше. Ну а зачем больше-то? Больше там, что с ними будет, они там расплюшутся. Ничего. Наоборот, 400 оборотов самая тема. Не расплюшутся, зачем им будет. Нет, я считаю, что так нормально. Сейчас посмотрим. Давай. Тири-тири-тым-тым-тым-тым. Доставай эти. Чего? Штучки, закрепки? А где они, кстати? Маленькие. Где-то. Тут должны быть. Так. На-на-на-на-на. Так, где-то у меня здесь были. Такие штучки классные. Так, а, вот они. Во. Кстати, хорошая вещь. Это я, по-моему, в этом покупала. В фикс-прайсе. Будет удобно с ними повесить. На. Как там? Ну там три пары получается. Там тара-та-там, там тара-та-тара-та-там. Тим-тим. Так, вот кроссы мои. Это Фила старые. О, кстати, эти все повылазили. Застегивала, завязывала. Нифига, все развязалось. А у тебя, кстати, вот эти твои, это хорошо прям. О, смотри, как классно отстирались. Вот здесь чуть-чуть пройти, вообще будут красивые. Да. Как новые. Ну-ка, мои вот эти вот. Нет, это тоже твои. Так, ну-ка, вот мои. О, смотри, как классно. Сюда. Вон, видишь, смотри. У меня, кстати, тоже такая же приклеенная, все хорошо. Чего ты не хочешь? Вон, смотри, какие хорошие. О, и даже, кстати, вот эта часть, она, видите, белая какая стала. Вот, супер. Супер. Так, только вот эти вот вышли. Мои отклеились. Все.
Все. На. Иди вешай. Все, давай, иди вешай, а я пойду новую стирку поставлю. Видите, как здорово отстиралось. Не, ну посмотри, как вот эти вот отстирались. Даже твои, вот, посмотри. Они прям белейшие. О, видишь? Чуть-чуть пройти вот эти вот места салфеткой, и будет вообще замечательно. Салфеткой. О, о. Девочки, 30 градусов, 400 оборотов, и все, и кайф. И кроссовки как новые. Новая партия, свои вот эти вот сандалики. А то что-то, видите, у них образовывается какая-то фигня. Сейчас они постираются, будет хорошо. Все, и плюс коралки, и вон, головки на шлепке. И все, красота. Смотрите, как он вешает вдоль. Раз, раз, вот на эти штучки. Кстати, очень удобно, они висят. И красота. Лучше, мне кажется, вот так вот вешать, чем на шнурки. Шнурки иначе вытянутся. А вот так вот они висят. Ты для чего думаешь здесь? Думаешь, для этого? Кстати, на самом деле очень удобно получается. И все, вот они сейчас в рядочек будут висеть. И там новую партию бросила в стирку. Ну все, пошли мы гулять и в магазин. Ребятки, мы тут гуляем. Смотрите, у нас здесь какая-то выставка. А это как это, знаешь, как блошиный рынок получается. Вон, много всего. Да. Старые эти аппараты, да. Старые бутылки. Да. Красивые, да? Прикольно. Ну-ка. Вон тут значки всякие, смотрите. Супер. Это как это, блошиный рынок такой, мини-блошиный рынок открыли. Смотрите, тут полно всякого. Так вот. У нас сосед занимается подобным тоже. Собирает, ездит по деревням. Костюмы. Вот. Он костюмы, бутылки он собирает, всякие чайники. Вот. Сарафаны, сковородки. Да. Утюги. Вот. И частенько вот ездит по деревням, собирает. Мы вот спрашиваем, зачем вам это все? Говорит, надо. Типа кто-то покупает такой хендмейд. Куда-то едет. В Москву, да, возит? Ну, возможно, в Москву. Или, может, в Московской области нет. А. Есть такой. Покупает ли. Не, ну, действительно, очень многие люди интересуются. Кто-то как коллекционеры, кто-то как вот себе в дом. Вот. Речь в музее всякие. В чем, кстати, знаете, я тогда смотрела статью, вот старые монеты, да, то есть старые деньги. Есть такие редкие экземпляры, которые стоят прям бешеных денег. То есть там какая-то была ограниченная серия. Так что советую найти старые монеты, если у вас остались от бабушек, как дедушек. Вот, глядишь, там какие-нибудь целковые рубли, там что-то туда-сюда. И проверить, знаете, есть ценность, там, по-моему, сайт есть какой-то, где можно просто пробить цены. Вот, а вообще, это классная вещь. Если эта вещь в идеальном состоянии. Не, ну подожди, там даже если не очень идеально, все это восстанавливается. Там указывается все это. Ну да. Это сайт... нумизматики. Ну, да. Ну, я имею в виду не просто монеты, есть там еще всякие там, я знаю, сервизы. Это разные еще. Тоже там классные. В общем, много чего можно найти в старых вещах. Действительно обогатиться. Вот так вот. Мы долго-долго ходили, смотрели, что тут за Сбер такой открылся. Какой-то странный. Тут и кофе одновременно. И что-то вот еще. Сбер какая-то штука. А, Сбер, кстати, логистика, он, видишь, выдают. Умный Сбер. Да. Это, кстати, это, я вот думала... Салют. А. Я, кстати, думала насчет кресла. Вот такое вот кресло думала. Заменить наши мешки вот на такие кресла. Но получается так, что они низкие. То есть, видишь, там они практически на полу сидеть. Как снять кресло и поставить его на пол. Ну, в принципе, здесь и такое же. Кстати, надо мешки затащить. Здесь это продают. Посидеть на мешках. Сбер приз. Там. А сбер-приставки? Что да. За сбер-приставка? Ну, приставка, блин, умная, типа. Да? Которая управляет домом, там через нее заказ можешь делать голосом. Чего только сейчас не продают, чего только не делают. Кстати, оставили вот это яйцо Фаберже. Вот. Там оно сейчас как часы служит. Ну, все. Сейчас потеплело, вон, Вовчик говорит, вышли на улицу все музыканты. Вон там вот один играет, второй. Кони тут ходят толпами, местные гопники. Как мне понравилось это, сравнили. Раньше гопники были такие, да? Сейчас на вот такие. Да. Это семечки грызли. Да, сейчас вот такие, да? Да. Да, гопники. Причем это молодые там парни. Даже им 18 это нету. Может, лет по 15-16.
такие борзые вообще. Да говоришь, не надо, вот, они там и наглые вот такие. Руки. Пристают. Вот. Это мемы-то делают. А, ну да. Гопник. Вон еще один идет. Да. Вон идет еще один. Вон там еще один уже. Уже поймал жертву. Пришли в спар. Тут все, закупаемся. Ну и, кстати, уже украшено все к Новому году. Что ты хочешь? Компотная смесь. Компотная смесь? А, ну вот это как же стрёмно выглядит. Ну это все замороженное, да? Все свежее. Ну понятно. У нас, кстати, мороженого нету. Взять мороженое? Вон кучу всего набрала. Взяла попробовать свити. Вон там что-то женщина сейчас прикинулась, говорит, вкусное. Типа как помело, только маленькие. Вот, так что взяли свити. Смотрите, как красиво все у них украшено к Новому году. Прям супер, да? Вот, ходим сейчас собираем. Уже много овощей набрала. Вот, сейчас выберем еще, может, йогурт, кстати, у нас закончился. Вон, Вовкин, эпика. Очень, кстати, хороший йогурт этот. Тут сахара практически нет, много белка. Практически не жирный. Так, что мне еще надо? Мне еще нужен майонез. Расхититель поджелудочных желез. Так, вон, видите, уже куча всего. Ой, как много всего. А майонез нет по акции? Надо, кстати, взять, если есть. Так, слобода только, да? А я люблю вот это вот, наш добрый. Нету, походу, да? Акции. Где? 129. А, 129? А, вот, с добрый провансаль. Только его нет. Может, он где-то сзади? Да, его уже съели. Ну, походу, да. Больших упаковок нет, но акции на него есть. Да, но его съели. Ну, да. Странно. Все, он, видите, этот вот нехороший. Может, сзади где? Не, нету он вообще. А вон там не он? Это он, но это маленькая. Она 104. Большие нужны. Нет там больших. Нету, серьезно тебе говорю, нет. Только вот где-то, если здесь вот. Ну да. А ведро прямо из ведра, что ли, есть? О, есть этот кетчуп Адмирал. Вовка говорил, вкусный. Ты читай. Кетчуп с кусочками чеснока. Все, берем. Вот тут уже куча всего. Куча-куча всего. 2 рубля стоит. А, о, смотри, какие шоколадки интересные. И что такое, к Новому году, что ли? Классно. Ой, как здорово. Это на елочку вешать. Здорово. Ага. Ну, там шоколадки какие-то маленькие такие. А, это как набор, видишь, шоколадок 139. Набор шоколад Риттер Спорт. Ну, классно, кстати, вот так вот купить. Детям повесить на елочку. Ой, сколько уже подарков. Чего? Ой, вообще классно, да? Ви-уи-уи. Кстати, мягенький еще. Кстати, как красиво. Повесить. Вот Аленка. Подарки детские. 199 рублей. Стоит. А эти прям произведения искусства. Кстати, какая прелесть. Ой, как здорово. Вообще супер, да? Оформляют. Это 669, кстати. Недешево. А, это на чай. Это чай вообще. А что такое? Вот такие вот надо покупать будет потом. Подарить. Ой, это, смотрите, какие красивые. Прям супер. Раньше-то, помню, мама приносила все с работы. Такой, знаете, самый простенький подарок. Постоянно детям давали. Так, что у нас здесь? Отруби овсяные. Рис. А, нам перловка нужна для этого. Нам перловка нужна для... А зачем тебе рис-то? Я хотела сделать эту... суп. С перловкой. Так, смесь. Рис Феникс Националь. О, прикольный Феникс. А я хотела сделать рассольник. Рассольник. Да-да-да. Чё? А получше нету перловочки? Ячменная, крупа. Перловки чё-то, кстати, не вижу. Нормальный. Только вот самая дешевая. Ну, она такая себе. Не очень. О, рис басмати ароматизированный. Прикольно. 450 грамм. Но я такой не люблю, его сложно варить. Он вообще не рассыпчатый получается. Вот. Сейчас найдем перловку. Сейчас селедку выбираю как раз для селедки под шубой. И что-то они все в масле, к сожалению. Традиционное русское море в масле. Вот. А там у них нету, к сожалению, филированной. Так что нехорошая она у них.
Сейчас. Вот я думаю, какую взять. Может, вот такую филе в масле. Она уже чищенная, в принципе. От масла можно избавиться. Так, сколько у нее срок годности? В принципе, вот как раз вот на одну селёдку под шубу будет отлично. Сколько здесь грамм? 500 грамм. Неплохая. И стоит она у нас, по-моему, 174. Вот только если вот такую. А другой, к сожалению, нету. Ну, вот возьмем такую, попробуем. Для селёдки под шубу что нам еще надо? У вас все есть? Яйца. Яйца, майонез, картошка, морковка, селедка, лук. Все есть. В принципе, наверное, все. Что надо... Ой, смотрите, как красиво. Ой, как они это здорово все делают. О, звенит. А здесь вот, видите, куколки, они закрыты все. Я вот думала вот такую вот взять к нам домой. Она, кстати, не дешево так стоит-то. Такая куколка. Ой, вообще как здорово. Украсить можно было. Вон, 2800 такой снеговик. Обалдеть. Я надеюсь, он там поет, танцует в ассортименте. Джингл-белл, джингл-белл. Все, уже, соответственно, Новый год. А он тоже дед-драгун. Дед-храпун. Как я вчера Вован сказал, ты дед-храпун. Есть дед-драгун, а есть Вован-храпун. Да? Так как сейчас в паре хорошие скидки, мы решили побаловаться всякими вот такими укуроками. Потому что хорошие скидки, 30% можно брать. Вот сейчас паршюту себе делаем. Вот, решили еще говядинки взять, попробовать такой вот. Сейчас нам нарезочку сделают. Советую взять вот такую куколку. Там внутри у нее подарки. Соответственно, она не просто полая. Да, вот скидочка. Может сейчас быть наклеить. Вот видите, у них классная такая штука. 20-30 можно клеить. Ну да, ну да. Доктору подороже. Ну да. Торг дешевле 20. Ну да, ну да. Так что вот сейчас очень выгодно и удобно возьмем. Видите, как это красиво. У нас выдержанный хамон из утиной грудки. Да. Дорогой, наверное? Как писец. 400 рублей. Такая штучка одна, да? Да. Сколько здесь грамм-то? 60 грамм. 60 грамм? Да. Здесь 60 грамм всего лишь? Да, 400 рублей. Обалдеть. Обалдеть. Ой, это дорого. Да. Но это, блин, это так вкусно. Это была косуля. А, косуля? Да. Это все на самом деле очень вкусно. Это прям вот прям сказка. И мы себе такое позволяем только когда вот есть вот такие вот скидки в паре. Колбаски. А, кстати, да. Из Германии, да. С благородной плесенью. Да, 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 да. 269 рублей. У тебя там целый набор пивной. Из Германии. Да, у нас настоящие, немецкие. Вот как раз Вовчик сейчас закончит лечиться, и мы отметим это дело. 269 рублей за штучку. 90 грамм. Там. 90 грамм, да. А там около 200 где-то. Ну да. Не, ну, там разные. Там ассорти. Там ассорти, да, всякие разные. По чуть-чуть. Колбас. Я тебе говорю, можно пивка взять какого-то разливного, хорошего. И побаловаться. Да. О, смотрите, так оно на 1023 рубля. А в скидке 30% будет на 300 рублей дешевле. Так что вот, это прям вот, прям классная вещь. А нам ее хватит на неделю, будем баловаться. Красота. Красота, да. Ну, она долго еще лежит, только сейчас надо будет пленку снять, и будет красота. Ой, чувствую, у нас сейчас будет огромная закупка. Куча денег уйдет. О, мне попробовать. Ага. Спасибо, спасибо. Так, ну-ка. Попробуем говядинку. Ну-ка. Вкусно. Давайте. Да, да, да. Грамм 400. Попробуй. Даже Вован пробуй. А что ты? Ты там жуешь под маской. Вкусная, да? Ну, она такая, знаешь, более сырая, да? Вкусная. Мы ее брали тогда. В общем, она вкусная. Это чисто говядина. Что-то хотели сначала колбасы взять, а потом что-то подумали, лучше это уже говядину взять. Жалко, что вот таких вот акций нету, понимаешь ли, на Новый год. Вот их потом не будет. Перед Новым годом она может... Ну, ты же не сохранишь ее до Нового года, правильно? Жалко. Нет. Ну, а как ты ее сохранишь? Ешь кусок. Или так же нам, блин, резать, и пускай по ним килька. Да? Я думаю, она 2 месяца не пролежит. Месяц. До Нового года 1,5 месяца. Месяц, точно. Я бы так откупил на Новый год. Классная вещь, прям под шампусик вообще. Дело в том, что это уже тема пойдет. Продукт сыровяленый. Ну, ты думаешь, она... Ничего не будет.
Не, мне кажется, полтора она месяца. Она только высохнет. Думаешь? Да. Ну, не знаю. Мне, как вы считаете, сохранится, не сохранится? Просто пока у них акция, может быть, это успеть взять к Новому году? Он сделан правильно, а он сделан правильно. Ну да. А это как у нас, получается, итальянский или откуда у нас? Сан-Марино. Сан-Марино? Короче, запрещенка у нас, понимаешь, да-да-да. Из Европы. Сейчас это мне сегодня одна девушка скидывала, короче, устрицы, говорит, ела. У них там устрицы 8 евро за 24 штуки. То есть она говорит, все пальцы стерла об эти устрицы. Я говорю, у нас вот одна устрица 300 рублей стоит. А там вот, видите, 8 евро за 24 штуки. Видите, какие там цены классные. У нас, к сожалению, не так. Так что цены у нас огонь. Это обалдеть, целая телега. Вообще. Не знаю, на сколько сейчас там. Тысяч, наверное, на 5 вытянет. Красивый. В общем, мы сейчас это забиваемся, идем домой. А дома уже распаковку устрою, потому что мне прям даже интересно, сколько там всего будет. Что-то мы так разошлись, прям вообще. В общем, идем домой, будем распаковывать. Всех люблю, всех целую, всем спасибо, всем пока.